На встрече говорили о дополнительной помощи ветеранам и подготовке к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая. Губернатор подчеркнул, что серьезную роль в сохранении памяти играют мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Очень важно бережно относиться к реставрации и восстановлению таких памятников. Коллеги, что еще касается реконструкции, вот мы сейчас порой и увлекаемся этой реконструкцией, а порой ветераны жалуются, что так реконструируем, что порой не узнать. Либо памятник, либо что-то свечным огнем сделаем. Вот такая реконструкция не нужна. В первую очередь, когда начинаете реконструировать, вы спросите у ветеранов, у совета ветеранов, насколько нужна реконструкция в том виде, в каком вы хотите ее сделать. Здесь и вот Славянский район начали реконструировать, разрушили памятник воинам-освободителям. До сих пор его нету. Что с этим памятником? Вот, исходя из тех жалоб, которые сейчас обращения идут в мой адрес. Это в хуторе Прорвинского. Прорвинский хутор, да. Идет реконструкция памятника. Коллеги, а сколько она идет-то? В стадии завершения. Вот часть работ уже выполнена на сегодняшний день. Закончим все работы 25 апреля. Главное, чтобы вы успели. И ветераны принесли цветы, да и все в этом хуторе все-таки к памятнику воинам-освободителям. Это самое главное. Памятники. Это место поклонения, по вашему счету, не от праздника к празднику, а это гордость, еще раз подчеркиваю, всего нашего народа. Естественно, нельзя забывать и о поддержке самих ветеранов. За 10 лет в Краснодарском крае деньги на улучшение жилищных условий получили почти 6 тысяч человек.